привет! Сегодня приехала наконец-то посылка с DGK.com. Заказаны были образцы светодиодов Osram для растений старой серии Osram Oslan 80 SSL, красный светодиод 7P2T3T1 и синий светодиод LDCQ7P2U3W5. По 10 штук каждого, без подложек. Это светодиоды в SMD корпусе 3x3 мм, SMD 3030. Спектр красный 640 нанометров, доминантная заявленная, синий 450 нанометров. Вот такая посылка, сейчас мы ее вскроем. По упаковке светодиоды там занимают, по идее, очень и очень мало места. Не знаю почему, такая большая коробка. Сейчас мы все увидим. И внутри вот такая упаковочка. Интересный оберточный материал. Бумага. Инвойс. И фирменная антистатическая упаковка с наклейками. Все оригинально. Если я правильно понял надписи на сайте, то производство этих светодиодов на Тайване. LHCP7P 640 нанометров Ослан. Антивлага, детектор влажности. Не знаю, зачем это вкладывают, но прикольно. Сами светодиоды. Упаковываются они в ленту, эта лента идет бобинами, бобине 600 светодиодов, и предназначено это все для того, чтобы устанавливать ленту на станок, и станок автоматически будет устанавливать те светодиоды на плате, а далее они попадают в печь и припаиваются. Сам светодиод. Достану одну штуку. Когда-то я эти светодиоды в руках держал, где-то год был 2012, у нас они даже были на продаже какое-то время, но спросом большим не пользовались. Так, попробую показать. Вот такой вот малепусенький светодиод. Устанавливаться они будут, предположительно, на специальные платы, которые мы разработаем под лампы. Для тестов я использую медную подложку. Заодно проверю, светодиод сюда станет или нет, так как подложка рассчитана для светодиодов 35-35. И меня пока терзают сомнения, хотя вроде бы все подходит и припаяться светодиод сюда должен. Так, это красные, посмотрим, что с синими. То же самое, детектор влажности. И светодиоды, упакованные в отрезок такой же точно ленты. Эта серия старая, напомню. Они очень давно выпускаются, эти светодиоды. Также заказаны уже и в пути светодиоды Osram Oslan SSL 80 новой серии, которая вышла буквально в этом году. У них белое основание вокруг линзы. Тут прислали обрезками.
синий светодиод. Попробую еще и снизу показать, как у него все сделано. Видно, в основании три контактных площадки. Средняя — это отвод тепла. На ней имеется метка. Напротив метки — это анод. Соответственно, противоположный вывод — это катод. Светодиод устанавливается методом печной пайки или же народным утюжным методом с помощью специальной паяльной пасты. Установим модуль. Даже, наверное, сделаю модуль вот такого плана. Есть одна подложка. Посмотрим дальше. Куплю еще несколько подложек чисто для тестов, чтобы провести замеры этих светодиодов, сравнить их с типичными светодиодами в корпусе эмиттер. Вот двухкристальный не получится из-за разницы угла оптики. На этих светодиодах оптика 80 градусов, естественно, будет более концентрированный световой поток, и сравнить результаты объективно никак не удастся. Что хочу добавить: заказать оптом с DGK жители стран СНГ не могут. Они не получат оптовую цену, только розничную. Это политика DGK. Предполагается, что если вы проживаете на территории стран СНГ, вы должны покупать у официальных дилеров со всеми налогами и наценками. Есть в Украине официальные дилеры, это VDMIS, RS Components, Rainbow и еще одна-две фирмы, которые предоставляют эти светодиоды. Цены выше, и еще дополнительно считается НДС, который сразу не указан в прайсе на сайте. Если вы находите их на сайте, то еще к цене добавляйте 20% НДС. На этом все. Светодиоды первые получены. Ожидаем еще Luxeon Philips 660 нанометров, 455 красный, синий. И ожидаем новый Osram. Попозже, возможно, будет серия Sun Plus от Philips и три светодиоды, тоже красные и синие. Посмотрим. XPG. Интересно белый замерить с высокой светоотдачей. На этом все. Пока.